Подарка лучше не придумаешь. В день празднования 95-го юбилея Эхирит Булагатского района в поселке Усть-Ордынский открывается новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Название подобрали символичное – «Лидер». ФОК возвели за год в рамках региональной программы развития физической культуры и спорта в Иркутской области на 2011-2015 годы. У меня сегодня праздник, как у человека, как у министра спорта, мы вводим очередной прекрасный объект, функциональный, самое главное, функциональный, недорогой и достойно, именно поселок Усть-Ордынский очень достоин, и это к месту, такой объект. Подарок жителям поселок Усть-Ордынский получился очень красивый, очень функциональный, очень нужный. И ведь действительно нужный. В поселке свыше 4000 детей, которые могут и хотят заниматься спортом. Площадь специализированного комплекса 1318 квадратных метров. Здесь есть универсальный игровой зал 48 на 18 метров для занятий различными видами спорта. Рядом стадион с 5 трибунами, рассчитанный на 300 зрителей каждое. Стадион также универсален. Подходит для занятий как летними, так и зимними видами спорта. Современный комплекс. Мы, конечно, беговая дорожка, искусственная беговая дорожка, освещение. Здесь мы планируем вот в зимний период открыть. У нас мы давно, если честно говоря, не проводили такое массовое катание. Мы хотим здесь, то есть залить лед. И чтобы, конечно, массовое катание организовать, освещение хорошее и вечернее время, чтобы и дети, и жители поселка Усть-Ордынский здесь проводили свой досуг. В общей сложности на строительство и оснащение ФОКа затрачено свыше 95 миллионов рублей. «Лидер» стал третьим спортивным объектом, возведенным в рамках областной программы в 2013 году. Ранее такие комплексы были построены в поселке Бохан и селе Оса. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас.